Типа, я не помню, что ты сказал, тебе игрушка там дороже меня. Вот что такое, мы пошутили эту тему. Еще говорят, что я ревную к игрушкам, что это за бред вообще? Выглядит так. Конечно, так и выглядит. Да, быстренько я пошел. Ты принципиально не делаешь то, что я тебя прошу. Почему? Быстренько я пошел. Маленько не быстренько. Почему ты меня не слушаешь? Быстренько мне даешь? Ну нет, ответь на вопрос, почему ты меня не слушаешь? Че ты мне быстренько не даешь? Куда прошу? Ну потому что, когда я тебя прошу сходить за леггинсами, ты не идешь. Ты мне по этому поводу решила мозги вынести? Нет. У тебя козюлька там на бороде, ты ее вытащил только что из носа. Все. Нет, она еще там будет. Она съела. Все. Бу-бу-бу. Бу-бу-бу, я такая злая. Я не злая. Ну, не злая. Давай бузьку. Ну, не надо со мной так общаться с матами. Ты сейчас тебя удавлю, тушу. Артём, ты не надо со мной на матах общаться. Уничтожь. Мне не нравятся маты. Вот постоянно маты с твоего рта. Стихой. Не надо. Очень часто говоришь про то, что я тебя не слышу, какие-то моменты делать, которые тебе не нравятся. Когда в ситуации с Адеем, ты говоришь, ты меня не слышишь. Что тебе в этой ситуации не понравилось? Не перебивай меня. Ты ее утрируешь. Не перебивай. Ты в слезах орала, когда я тебя случайно перебился, сделаешь то же самое. Опять же, ты требуешь от меня контраст того, чего сама не делаешь. Мы либо двустороннее движение какое-то придумываем, мы оба действуем так, как обоим нравится, и не делаем то, что друг другу не нравится. Либо мы реально просто дашь на дашь и получать полнейшее и война. Зачем это надо? Можно же просто слышать друг друга, а не требовать, чтобы только одного слышали. Ты что-то не слышишь? Эта тема с игрушками, она уже давно придана огласке, уже, ну, помимо того, что они есть еще и у всего коллектива, они, уже обсуждали на месте, что они есть. Вы переделываете сейчас все. Все, Надя просила выделить ей сумму на эти игрушки, да. Вы голосовали за нее, она их покупала, вообще рада. Поздравляла вся страна Надя с этими игрушками. Что сейчас? Если вы меня не слушаете, тогда обе. Ой, ну хорошо, хоть парень, один идеальный человек. Одинаковые ситуации с услышанием друг друга воспринимаются по-разному. Я слышу тебя. Я слышу тебя. И перестань прятать подзарядки от игрушек. Обожаю. Все серии батарейки. Это я их в туалете сажаю. А то действительно, Надь, найдешь их где-нибудь в мусорке. Ты игрушку оставить? Перекличку сделаем там. Надюха, а сколько у тебя игрушек? Много, мы же вам дали деньги, Надюха. Сколько? Ну, которую он конкретно прячет от нас. А это вот вообще? Остальное он моя. Нравится перебирание, прячет. Прячет, твою мать! Реагирует. Я об этом говорю, что клевета идет сплошная. Кого я прятал? Ох, боже. Больная тема. А что за игрушка-то, расскажи? Какая? Кольцо. Давай мне свою, вот, губы свои. За благодарность я тебе дам бусинку, когда ты мне принесешь. А, то есть у нас такие взаимовыгодные отношения? Ну да. Что ты мне тогда за секс не платишь? Я тебе должна платить? Конечно. Или ты мне? Я же должен платить. Кошмар. Это снова тупая шутка с твоей стороны, да? Я? Нет. Снова шутит. Снова так шутит. Снова так шутишь. Ты что, серьезно? Так шутишь так. Ты серьезно? Я тебе говорю, сколько раз так не шутить. Сколько раз я тебе говорю, так не шути. Ты понимаешь, что все твои тупые шутки, тебе сколько раз я тебе говорю, так не шути. Не только я, мои родные, близкие, которые это. Почему ты так шутишь? Это не первый раз, когда у нас с тобой это... Зачем так шутить, Артём? Ты успокойся, что ты психуешь. Зачем так шутить, я ещё понимаешь? Извини. Что? За что извини? Ты каждый раз... Повтори. Ты с ума сошла? Нет.